Социальные проекты для интеграции особливых детей, отрады худких и реагирования, служба сестер милосердности и створение покоя для знаходжения затриманных на мяжи нелегалов. Белорусское товариство Червоного Крыжа сёлета планует несколько масштабных проектов у Гродинской области, у тым ліку за кошты грантов. Один из основных напрямков деятельности доброчинной организации – это допомога тем, кто у непростой житевой ситуации. Это тот большой пласт работы, который сегодня реализуется силами Национального общества, Белорусским обществом Красного Креста, для лиц, вынужденных переселенцев из Украины. Есть категория граждан из Сирии. Мы не специально лозунг «Добрые дела делаются тихо». Мы широко не освещали, что мы принимали детей из Луганской и Донецкой областей, либо тех детей, родители которых погибли в результате военных действий. Отзначена эффективная модель менеджмента у региональной организации. Больше за 40% от всех взносов, которые собираются, застаются в Гродинском регионе и накировываются на важные социальные проекты.